Здравствуйте, друзья! Сегодня на показе у нас 2 плюс 1 в центре Мерсина, друзья. Район Йеничехир, Аккент Махалеси. И у нас на показе нашумевший объект, который очень популярен в продажах. Комплекс Гала. Сдается через месяц, заселение в июне 2023 года, друзья. Она состоит из двух спальных комнат. Со всех окон шикарный вид на город. У нас тут есть квартиры, друзья, 1-2 плюс 1 и 3-1 плюс 1 на 9, 10 и 11 этаже. Такой большой санузел. Тут у нас унитаз вставляется, душевая с вентиляцией. Родительская спальная комната. От компании будет такой шкаф настенный. Очень глубокий, вместительный. Газ активный, друзья, в доме. Газовые батареи будут подключены. Заселение через месяц. У застройщика уже не осталось квартир, друзья. Место под комбинированный котел. Все выходы под кондиционеры со всех комнат. В этой квартире 3 выхода. На 2 спальные комнаты и зал-кухню совмещенную. Далее покажу вам двор, друзья. Во дворе у нас есть автостоянка, беседка, детская площадка, генератор. С таким хорошим видом на море. Сая парк, торговый центр в 300 метрах. Самый центр Мерсина, друзья. Интернет все проведено. Спешите, 2 плюс 1 очень мало здесь. Вот, дорогие друзья, как и обещал, я уже снаружи дома. Дом практически готов и ожидает заселения. Не забываем, сдача через месяц. К этому времени лобби подготовят, фойе. Это у нас территория автостоянки. Она очень огромная, как вы видите, друзья. Там у нас генератор есть. Учитывая, что это центр города, здесь вообще, друзья, свет не отключается. Вот такая вот территория. Тут заезд, друзья. Заезд со стороны улицы Университетской можно. Можно со стороны Сая парка. Вообще, заезд со всех сторон можно заезжать. Локация обалденная. Тут 300 метров от Сая парка. И около километра от набережной. Возможно, даже меньше. Вот, друзья. Комплекс обалденный, друзья. На самом деле, локация очень крутая. Смотрите, хорошие машины тут останавливают, хорошие люди. Бассейн очень большой, друзья. Он будет работать до 10 часов ночи. Почему? Потому что там, видите, лампы ночные есть. А там, где лампы ночных нету, это секрет, друзья, они работают до 8 или до 7 вечера. Тут у нас детская площадка, друзья. Комплекс очень приятный. Увидимся, друзья, в Мерсине за покупкой квартиры. Where do you go to? Where do you go?